Все свою задачу знали четко. Лишних вопросов не задавали. Ямадаевцев очень боялись. Когда знали, что ямадаевцы идут, например, в то же Введено, на боевой выход. Все, Введено, замирало все. Ямадаевы пришли. А это поехали в один из районов, это где-то в Гудермесском районе. По информации, что здесь прячется кто-то из боевиков, все в масках, на спецоперациях работают, в большинстве. Я говорю, почему вот вы в масках? Говорит, ты понимаешь, говорит, этот район, где нас знают. Еще вот с такого возраста детьми. И мы, говорит, не очень бы хотели светиться. Работают иногда очень жестко. Письма, кассеты, письма кого-то из тюрьмы. Вот иногда на таких кассетах находили съемки различных подрывов, когда ставили фугас, и необходимо было заснять, чтобы доказать, что это мы поставили фугас, подорвали федеральные, ну, кого-то из федералов, чтобы деньги получить. Так что на все эти вещи обращалось очень жесткое внимание. Все, мешок на голову и повезли в подразделение. Они готовы были убивать чеченцев? Да, они это и делали. Они их считали, вот в разговорах, это, говорит, шайтаны. Это шайтаны, они не понимают, к чему это все приведет, то, что они противостоят. Говорит. Я говорю, а почему им нельзя объяснить? Он говорит, а это невозможно. Я говорю, да ладно, ведь половина же переходит. Он говорит, не те переходят. Один раз они взяли в плен настоящего ваххабита, как они мне сказали, Сулим. Я говорю, Сулим, слушай, покажи мне ваххабита настоящего. Я же знаю, что в подвале сидит кто-то. Мне интересно сравнить его с вами, да, как он выглядит. Он говорит, ну, только так. 15 минут общения и в присутствии моего человека. Я говорю, почему? А я, говорит, не отвечаю за тебя через 15 минут. Я говорю, что значит? Он говорит, ну, сам поймешь. И он привел меня в этот подвал, действительно сидит молодой пацан, ему лет, наверное, ну до 25 это точно, с очень умными глазами. И он мне задает вопросы вкрадчивым, тихим голосом, я ему задаю вопросы, он мне пытается отвечать, но он отвечает как бы тоже вопросом на вопрос. Через 10 минут я понял, что идет конкретная обработка меня, то есть прощупывание моих психологических барьеров, какие дырки можно где найти и как меня... перещелкнул. Тогда я понял слова Сулима. Он говорит, ровно 15 минут. Потом, говорит, я за тебя не отвечаю. И вот его представитель положил мне руку на плечо, сказал, стоп, хватит.